Привет! Сегодня мы расскажем вам про то, как прошел наш четвертый месяц жизни. Что у нас изменилось, что произошло. Четвертый месяц для Роберта не стал переломным. Ходить он не начал, сидеть он не начал, говорить тоже не начал. Немножечко начал огукать, и то только почему-то в начале месяца, да, после того, как мы в Тунис вот съездили. Но вот сейчас к концу своего четвертого месяца перестал. То есть он больше почти не огукает, а иногда делает так. Вот это он любит. Камеру видит, знает. На камеру не работает. Как только я пытаюсь что-то заснять, все. Что касается режима, режима у нас как такового нету. И если раньше я радовалась, что он ночью спал по 6 часов, он перестал спать по 6 часов ночью, я встаю каждые 2 часа. Не знаю, надеюсь, это после АКДС мы ее сделали в этом месяце. Я была дико недовольна, конечно. И у меня большой вопрос, что делать дальше, делать ли... Продолжает ли нашу отечественную АКДС или делать импортные, не знаю. После АКДС ребенка была температура, опухла нога, покраснела. И еще прошло вот 2 недели, остается шишка на месте укола. Лежать он стал меньше, ему больше нравится смотреть. Он вот разлюбил кресло-качалку автоматическое, которое меня так выручало первые месяцы. Хочет больше ходить, смотреть. А еще у него писюньки стали желтенькие. Раньше были прозрачные, а теперь желтенькие. Постоянно вот у нас слюни, и еще мы очень любим руки есть. Может прям по локоть запихнуть свои руки в рот. Весит он около 8 килограмм уже почти. 7800. Глаза у нас еще голубенькие. Не хватит смотреть. Тонус ручек уже практически прошел, вот еще держит кулачки, ножки, еще с тонусом. Делаем массаж. Пошли мы с Робиком на грудничковое плавание, были на 2 занятиях, пошли в государственную поликлинику, в нашей поликлинике есть. Занимаемся, дома тоже занимаемся. Посмотрим, оставим ли мы ныряние или нет. Пока что у Робика не очень хорошо получается. Еще в этом месяце он нам такую фишку стал делать, он закусывает нижнюю губу. Так. Да? Делаешь так? Делаешь. Изгибает спинку. Уже когда выкладываю на животик, он, если его ножки держать, начинает уже ползать вперед хорошо. Во время еды стал дико отвлекаться. Это... конечно, издевательство. Кушает он молочко мамино. Ну и, собственно, из основного у нас это все. Так что, гражданин мира, вот он. Все, пока. 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 Все, мы надеемся, что наш рассказ про то, как прошел наш четвертый месяц жизни, будет вам полезен. Пока!